О, а кто водитель был вот этого вот лендера? Ого. Здравствуйте, кто был водителем? Ну, когда вы сюда ехали на службу, кто был водителем? А скажите, пожалуйста, как вы могли принять автомобиль 5592 с разбитым лобовым стеклом? Ну как, вы принимаете же автомобиль? Можно ваше службовое посвящение? Что за фура была за проблема? Что вы его остановили? Мы стояли на алтандре, где фура. Барибирка, чемпионет. Она Приенко Евгений Александрович, инспектор УПП в Полтавской области. А что, на камеру можно снимать? Похоже, проверки документов, слышишь, а золотая у тебя цепочка. Слышь, нормально у тебя брюликов. Здравствуйте. Здорово, это ты со мной разговариваешь. Это ты со мной сегодня разговариваешь. Это ты со мной сегодня разговариваешь. Я говорю, я сегодня с тобой разговариваю. Вадим Николаевич. Ну, у вас есть прозвище Вадим Николаевич. Зачем тебе моя фамилия? Ну, у вас есть прозвище Вадим Николаевич. Мне так будет с вами больше комфортно общаться. Кто ты? Мне представитесь. Кто ты? Я зараз вам представлюсь. Да. Слышишь, выкинь свою головой. Так вы же на службе, что вы по телефону говорите? Служба, она и так не смешно. Так есть рация для этого. Для служебных необходимостей есть же рация, правильно? А есть рация у вас? О, вот трещина. Вот он, этот старчак остановил и начал рассказывать моему клиенту о том, что трещина там какая-то на машине. А у самих что? Какая трещина вообще? О чем? Ну что за цирк? Опять та же самая история. Представьтесь. Забувайте, з ким ви спілкуєтесь, я посадова особа. Будь ласка, Тарі, я не маю наміру пам'ятати спілкуватися. Слышь, а що тебе рижого сока? Ти що, бабки тут беруть? Цікавить по службі, які запитання. Представься, хто ти будеш такий, йолки-палки. На ви спілкуєтесь. Слышь, може мені ще отак от на коліні перед тобою? Встать, надо ласка, вот так вот на колени. Ты хочешь, чтобы перед тобой вот так вот становились на колени? Друзья, нигде на вы такого нигде нету. Человек может общаться, как он считает необходимым. Но работник полиции должен на вы государственным языком и при требовании обязан выполнить часть 3 статью 18 и доставить свое удостоверение. Ваше прохание. Звертайтесь до меня на вы, будь ласка. Ты отказываешь? Не забывайте, с кем вы спілкуетесь. С кем я общаюсь? С мусором, который бабки берет? Звертайтесь до меня. На вы. Я говорю, выполни закон о полиции. 18.3. Где я нахожусь? А с кем я говорю? Да он даже не знает. Вы же представьтесь, покажите удостоверение, в чем проблема. Он же не знает. Да вон ему. Представьтесь. Так зачем мне? Человек просит. Чем я лучше него? А вы спілкуетесь корректно, нормально. А он что не конкретно? Он же попросил удостоверение выполнить. Не вживайте ненормативные лексики. Будь ласка. Старчук Эдуард Станиславович, ты что, бухал, что у тебя руки трясутся? У вас камера трясется, может вы вживали? Слышишь? Да, я вживал. Я только что ехал и бухнул. Ну на здоровье. Так ты мне расскажи, за что ты сегодня литовца, что ты у него там требовал? Чтобы у него была какая-то наклейка, ты что, блядь, невменяемый или что? Я тебе сказал, что я приеду сюда. Водія я приехал, я выпал. Наземного транспортного засобу особі має бути посвідчення. Иди сюда, сюда иди. Я говорю, иди сюда. Сюда подойди. Ну, будешь так спілкуватися. Не будешь. 1179 не нарушаем. Раз. Будете так еще раз говорю. Подошел сюда. Сюда иди, говорю. Я с вами в таком тоне спілкуватись не буду. Ну так не возьми, буде, задержи. Ты там кричал кого-то задержать в райотдел. Ходити, не буду. Иди сюда. Тут нарушение я у этого автомобиля ходити, есть. Он двойник. Он двойник, чудово, иди сюда. Чудово. В смысле чудово? Чудово снимайте, что вы там хотите снимать. Я говорю, вам подойди что-то сюда. Вам что-то я тебе сказал, что вам я приеду с Харькова, я свое слово сдержал. Вам какая-то допомога потребна вам... зараз. Да, я хочу, чтобы ты не занимался хуйней. Вы можете спілкуватися корректно. Та потому без что... Без вживания ненормативной лексики. Слушай, блядь, нормативная лексика, иди сюда. Посмотри, ты ездишь лобовым разбитым стеклом, ты что, охренел? А тут ты причину остановки устанавливаешь. А вы завжди так спілкуетесь? Да, с мусорами, прикинь, с мусорами, которые... Вы можете спілкуватися корректно.
Послушай, с мусорами, которые себя ведут вы с водителем на корректно. Крышу выше, вы я общаюсь вот так. Так я же тебе сказал, давай на равных. Нормально. Без давай на равных. Давай на равных, я тебе я говорю. Я разумею. Давай, иди привлекай меня, без я без номерного знака ехал. Без номерного знака ехал, иди меня привлекай. Ты чё? К ответственности. 251-я. Будь які фактичні дані. А именно, пояснення особи. Я даю тебе пояснение, что я ехал на додже без переднего номерного знака. Действуй. Не нарушай 1395. Инструкция. Говорить тебе о чем-то. Может, потягаемся по закону? Мне с вами не цікаво. А что ты тут слушай? Как тебя оно еще раз забыло? Эдуард Станиславович, я же вам представился. Слушай, Эдик. Надав свое посвящение до знакомой. Молодец, красавчик. Вас же всего от меня вымагали. Конечно, если бы ты мне еще и на камеру не показал бы, ух бы я тебя драл бы. Драл бы, как Сидорову козу. Ну, вы всегда так спілкуетесь. Прикинь. Ну, короче, смотри. А вы слушай, ну, сюда. Я також завжди так спілкуюся. І з вами по телефону я спілкувався в такому ж тоні. Мені дати ауді тебе послушати? Аудіозапись. Давайте, в мене на камері є, будь ласка, зараз. Пошли, пошли, давайте, пошли, смотри. Розвитую, привет, мужики, как дела? Доброго здоров'я. А ви куди зібрались? Ну, в пост я зайду. Ти мені запретиш? Ні, звісно, що ні. Адвокату без проблем, а вам, посторонній особі, ні. Ну давай, пожалуйста. Я вас до поста. Я води хочу попить. Я вас до поста не запрошую. Я води попить хочу. Ну я вас до поста не запрошую. Подивіться відео, знімають. Я говорю, відео хочу. Дива Полтава і Антон Болтик. Я хочу води. Підписуйтесь на канал. Реклама від співробітника поліції. Сотні обзорів на цей чутівський пост. Будь ласка, дивіться. Я говорю, води хочу попить. Насоложитесь. Он, будь ласка. Ти отказав мені води попить? АЗС заправна станція попити водички. Ти отказав води попить? Он, де спрайт, чашечка. Пожалуйста, угощайтесь. Я это говнятину не пью, у меня бабок на это не хватает, а у вас хватает. Я вас превращаю. У нас насос там стоит. Мне нужна табуретка. Мне плохо, я хочу присесть. Это можете вы сами вот сюда вот своими сраками сесть. Вот сюда вот. Куда вы там? Я говорю, стулку. Вы понимаете, вы делаете провокацию. Вы говорите, в пост запрещено. Чем? Каким нормативно-правовым актом запрещено заходить особе в пост? Я вас туда не запрошу. Мне запрошение не нужно. Я пришел, зашел. Ты не заходишь пришли, вместе со мной. Пришли, зашли. Так я ж ты не заходишь. Тут никто не заходит. Никого там на месте не перебуває. Там є державне майно, за яке ми відповідаємо, несучи службу на даному посту. Я вам це повідомляю, посту нікого не перебуває. Я також за нього відповідаю, так як і інші чувак, люди, які не служили. Я тебе просто обіцяю. Яка у вас рота? Ну, дізнайся. Я говорю, рота, яка? Тобі посвідчення приділити ще раз. Та зачем мені твоє посвідчення, я вже побачив. Рота, яка у тебе? Яка у тебе рота? Рота, яка? Какая у тебя рука? Шо? Какие запитания будут? Я говорю, не тебе, а вам, уважаемый Вадим Николаевич. Будут еще какие запитания? Я говорю, рота какая? Будут еще какие запитания, окрім чего? Ты что, дурачок или что? Сейчас, я думаю, на посту опять будет все спокойно. Їх стало шкода, і я їх відпустив. І я вважаю їхній адмінправопорушень, відповідно 22-й, малозначним. Не вважаю, що їх достатньо було, що їх не було неправильно притягнути до адміністративної відповідальності. Так ви розглянули діло? Я до розгляду справ не переходжу. А як же 22-ю примінили? О-па-па. Я до розгляду справ не переходжу. А як 22-ю примінили? Я понял, подожди. Малозначність, так, а я до розгляду справу не переходжу, бо вважав його таким малозначним. Я буду розмовляти. Ви мені погрожуєте чи що? Ти знаєш, що таке погроза? Ну ви мені ще погрожуєте чи що? Ще раз тобі говорю, ти знаєш, що таке погроза? Ви мені знову починаєте. Ти знаєш, що таке погроза? Я вас чого чую? Та він так общається, він так орет завжди. Він так орет завжди. Та ні, щойно. Ні, помять соски, це погроза чи ні? Друзі, помять соски, це угроза чи ні? Напишіть в коментарях. Про те, що відпустив людей, мені їх стало шкода, я їх відпустив? Ні, я це поразкою не вважаю, я вважаю це людяністю.
Я вважаю, це просто людяністю. Да, а зачем ты тогда фишками обставлял автомобиль? А автомобиль не был обставлений фишками. И вам водитель про це говорив під час розмови. Аутлендер нахера ты подпирал свой этот... Вот эти корчи галимые, которые с разбитым лобовым стеклом. Давай сюда мониторинг старшего, пусть что-то делает с тобой. Как ты приехал сюда? Ты ехал сюда? Вы снова не на вы спілкуетесь. Да он не должен на вы. А я вважаю, что должен посадовый да, вы можете уважать дома, по закону. Оно сошлись на норму закона, а я сошлюсь на твою норму, где ты меня должен уважать. А я так уважаю. Послушай, свою вожалку можешь засунуть в штаны. А я буду разговаривать на норме закона. Я разумею, разговаривать. Стоять, я тебя еще не отпускал. Сейчас тебя фишками отдал. Друзья, как вы думаете, кто победит? Вадик или инспектор Старчак, Стурчак, как-то так его? Кстати, да, друзья, напишите комментарий, кого этот инспектор останавливал без причины, просто так проверял документ, у кого с ним были проблемы. Пишите в комментарии, будем писать, значит, на него соответствующие жалобы, потому что, ну, пора уже заканчивать с такой работой, как он говорит, службой. Я неадекватный. Да, я неадекватный. Ничего вы подходите, дистанцию держите. Счастливой вам дороги, я вас не зупиню. Я стука пальцем до вас у вікна. Пальцем? Та ты выносил двери. Слышишь, где он вот эту цепочку? Нет, второй инспектор, вот адекватный, нормальный инспектор. Поговорили с ним все, никаких вопросов нет. Хороший инспектор, реально. Но вот это, да? Зупин, 10-я статья. А, это евроавтомобиль, что он полторы години тримав, да? Да. Вам потім була пояснена причина зупинки, відсутність наклейки. Ні, спочатку ти показуєш документи. Ну так у нього нету. Що, наклейки немає. Так давайте постановлення напишемо, ми вже вернулися. Давай напишемо постановлення. Все, тут уже всі адвокати є. Ну проходьте атестацію, йди до лав патрульної поліції і виносьте постанови. Так ти ж остановився нарушення. Я не буду слухати ваших рекомендацій. Ми ж з вами до цього вже спілкувалися, ми до цього з вами дійшли, що я не буду виконувати ваші рекомендації. А скажи, пожалуйста, що я не буду виконувати ваші рекомендації. Ну не все вийшло. А скажи, чого на тебе не написав? Ні наклейки, ну нарушення, по його мнению, чого не написав? Ми посоветувались, говорить, їдь. А что не... сыграло то, что я на него ну, жестко оформил? Вот то, что ты позвонил, они прикинули, что вы приедете, и то, что вы и поедете. Ну, бишь, что это... я в группу «Надзор Харьков»? Если бы я не потом уехал по реальному, они бы меня вытащили, как я. Скажи, я говорю, стоит «Надзор Харьков» конечно, писать? Конечно, стоит. Все. Надо Болтику звонить. В общем, все мы приехали сегодня, потому что системно. Одна машина, вторая, третья. Нормально. И все он, да? Я вас пишу. Я вас пожалею, ладно, и сказал короче, напарнику вас отпустить. У вас была мама. Сказал напарнику отпустить, вот и все. Промурыжил сначала, а потом давайте отпустим. Мы добиваемся одного, чтобы было все в рамках закона. Мы же не говорим, покажите нам паспорт. Мы не говорим вам, иди там дома поубирай у кого-то. Мы только просим выполнить норму закона, ни больше, ни меньше. Поэтому огромная просьба, передайте про этот конфликт своим коллегам. Может, у вас будет еще круче, чем он. Ну, я имею в виду там по агрессии всего. Мы к нему в гости приедем. Мы приедем и в УПП. Ну, поверьте, вы же про Днепропетровск знаете, да? Мы же еще умеем полицейских защищать. Мы не только умеем полицейским там на головы залазить, как вы говорите. Мы их еще защищаем. Наши адвокаты тоже помогают в этом. У нас огромная просьба, ребята. Да, друзья, кому надо, подписывайтесь на канал. Давайте. Адвокат Болтик, Подос Харьков, Дима Полтава. Всем комфорта. Не только вам, а всем. Друзья, в общем, буду заканчивать. Приехал с Димой Полтавой, Антоном Болтиком на пост Чутова, потому что в этот день, сегодня нам звонили, что непосредственно вот этот полицейский кошмарил водителя за то, что у него отсутствует наклейка о том, что автомобиль находится из другой страны. Ну, что-то такое, там есть такое правило. Так вот, хочу вам сказать, если вас остановила патрульная полиция или просто полиция, вам нужно писать в группу «Надзор Харьков», а там уже есть ссылочки на другие города. Вы туда пишите, все наши адвокаты реагируют и всем помогаем. Поэтому, друзья, буду заканчивать. В принципе, отжарили мы этого полицейского. И я думаю, если вас будут кошмарить, мы будем стараться приезжать и тоже
делать такие же рейды по ближайшим областям и городам. Поэтому как-то так. Обязательно подпишитесь на канал адвоката Антон Колтик и Дима Полтава. Ссылочка в описании. Мы погнали дальше. Мусор, лови разнос. Мусор, готовьте к силы. Сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри в адос. Начинай.